Остаться на своем месте любой ценой. Жители дома 35 по улице Сеной намерены добиться, чтобы его признали историческим памятником. Так, по их мнению, столетнюю постройку можно спасти от расселения и сноса. Напомним, спор собственников и чиновников длится с тех пор, как мэрия признала здание аварийным и непригодным для проживания. Владельцы квартир пытались оспорить это решение в суде, но вердикт был вынесен не в их пользу. Амичи должны получить другое жилье и переехать до конца 2029 года. Представители местного отделения общества охраны памятников сообщили, что собственники составили коллективное обращение в организацию. Заявили, что считают свой дом исторической ценностью. Специалисты предупредили их, что присвоение особого статуса с одной стороны позволит амичам избежать расселения, но с другой осложнит текущий ремонт ветхого строения. Впрочем, люди настаивают на том, что готовы терпеть такие неудобства. Отметим, по данным краеведов, дом 1917 года постройки ранее принадлежал мещанину Николаю Ванькову и являлся частью Мокринского форштата.